полнометражных фильмов. Значит, начну по придуманному мной протоколу. Значит, сначала, да, Бригитта Монтей, советник по вопросам финансирования кино в фонде поддержки кинематографа Берлина и Либерленд-Бург, Германия. Вот. So how is the translation function? Do you have the headphones? We're sorry about that. I don't have a headphone. Sure. Please, so. Albert, does it work? Происходит то, что у членов жюри нет наушников для того, чтобы слышать на английском то, что я говорю. Я могу повторить то же самое по-английски, но это будет большая потеря времени. Работает ли перевод? Is it translation functioning? Значит, главная героиня Арнелла Мучи, не нуждающаяся в представлении, актриса Италии. Тут я позволю себе шутку, которая ведет в прострацию переводчиков. В России есть такое популярное выражение «8 девок, 1 дня». Вот, в жюри обратная ситуация, значительно более счастливая. Мужчин больше, чем женщины. Значит, теперь переходим к нашим коллегам, мужчинам. Давайте по старшинству. Первый. Йорн Доннер, режиссер, продюсер Трук Ингмара Бергмана, Финляндия. Александр Арбашьян, человек-оркестр, драматург, актер, режиссер, художник. Ну, я там наверняка упустил очень много дарование. Ну, Альберт Серра, один из самых модных режиссеров молодого кино, режиссер-сценарист, Испания. Испания с поправкой, Каталония. Каталония пока еще часть Испании. Я не уверен, что это будет долго продолжаться. И председатель жюри Резамир Карими, режиссер, продюсер, директор фестиваля «Фарш» в Иране, дважды лауреат Московского кинофестиваля, который был призером прошлого Московского кинофестиваля. Браво! Обычно я задаю вопрос, хотят ли участники пресс-конференции сказать что-то перед началом, имея в виду одного представителя картины, которая устраивает. Здесь я расширю этот вопрос и спрошу каждого из участников, не хочет ли он сказать до начала вопросов два слова о своем состоянии в качестве члена жюри. Повторяю, это главные мученики фестиваля. Удовольствие они будут получать значительно меньше, чем страдать. Я думаю, что, используя свой опыт международных конференций, я просто начну слева и направо каждого спрошу. Ну как-то до начала было бы странно что-то говорить. Ну какие-то общие слова, что вы для фестиваля, хороших фильмов. Нравятся ли вам ваши коллеги потрясающие? Что еще можно сказать? Наверное, все минимум общих слов я вам сказал. Может быть, кто-нибудь что-нибудь добавит, но вряд ли что-нибудь новое услышит. Wait, no. Hello, and I agree. Let's. We have a lot to do. We have a lot to see, and I'm very happy to be here. And let's see what will happen. Yes, of course. And I mean, it's not our responsibility to be in the films. We didn't choose the film, so well, we have to choose in between these films where they submit us. So I don't know, we'll see. It's not time now to judge.
Мне надо переводить. Девочку посадить сюда к вам. И вот, она замечательно нам всем переведет. А дайте ей радиомикрофон. Чтобы было удобно работать. Посадите ее просто сюда. Давайте, дайте радиомикрофон. Я очень понял, как это было организовано организатором. Неважно. Вот, Анна, попросите, пожалуйста, давайте мы пригласим Григория, который работает на всех пресс-конференциях, он будет переводить просто тогда. Просто сейчас наушники переводят. Он сейчас переводит наушники, так будет переводить всем. Или... Да. Конечно, а давайте так. Если да, давайте про профессионализм скажем. Есть ли возможность всем журналистам раздать наушники? Почему неграмотные журналисты не взяли наушники на пресс-конференции, на которой как бы это предусмотрено? Okay. I'll do the translation then, unless the organizers find a way to solve the problem. I'll translate it to Russian. Are you working on that now? Yeah. Okay. منم خیلی خوشحالم که برای چندمین بار تو این فستیوال زیبا و دوست داشتنی هستم. Очень рада поощу, что я была вновь на московском фестивале. Правда, другого качества на сей раз. Баэд, этроф мам, джайзи герештан хэли асуне, джайзи дадан хэли сахте. Должен сказать, что получить приз это очень просто, а вот думать о призах, раздавать призы, это сложно. Yes. Push the button. Well, first of all, thank you for inviting. I'm very happy to be here in Moscow at a festival which has a indeed very long tradition, one of the oldest next to Venice. And I'm really thrilled about movies, the movies we are going to see in the 13 movies from all over the world virtually, which is for me one point of interest that this is the place to bridge geographically countries, East and West and the rest of the world basically. So I'm thrilled about that really, and about other things too for sure, but that's about it. I'm thrilled about this jury work, I have to say. Yeah. Во-первых, спасибо большое, большое удовольствие здесь присутствовать. Это уникальное событие, уникальное место. Я считаю, фестиваль служит мостом, связывающим между собой многие страны, в принципе, связывающим между собой Восток и Запад, связывающим между собой, в принципе, весь мир. Поэтому это большая честь, огромное удовольствие для меня. Come back next Thursday, then we can talk. Приходите в следующий четверг, тогда мы вот сможем поговорить. Ну вот теперь вопросы, хотя Йорк Доннер только что сказал, что вопросы должны быть в следующий четверг. Но тем не менее, задавайте. Now please your questions. You don't have to wait till next Thursday, I think, if you ask your questions. Добрый день, Юрий Жуковский, журнал «Новый мир». Вопрос от Гарри Мутти. Скажите, пожалуйста, актриса, как член жюри, она фильмы оценивает сердцем или говорит «верю всему, что происходит на экране, любой роли, любой режиссерской работе», или она все-таки будет анализировать как аналитик, как киновед, как кинокритик? Спасибо. So my question is to Ornella Muti. So as an actress on the jury judging films, do you judge them with your heart, just saying I believe to anything you see in the films, or do you analyze them? Do you work as analysts now? What an embarrassing question, because here we have directors, writers, and they really know what they do. I work with my heart, but this is me, even in my life. So if a movie, of course, I can see the details. I can analyze a movie, but that's not, for me, my goal. I want to get lost for an hour and 50, an hour and 40. And just leave the experience and believe it. Ну, трудный очень вопрос, я смущена на самом деле, потому что здесь присутствуют режиссеры, сценаристы. Я бы действительно очень хотел, я действительно смотрю их сердцем. Конечно,
Я здесь давно работаю, я вижу какие-то детали, я могу их анализировать, но это не моя цель. На самом деле, когда я смотрю кино, я просто хочу потеряться в этом опыте на 1:40, на 1:50. Просто хочу в этом раствориться. Еще вопрос? Вопросов нету? Есть вопросы? И снова вопрос Карнели Моти. Мы очень счастливы видеть вас у себя в Москве. Да, представьтесь, пожалуйста, в Стопани. Вилла Стопани, журнал «Союз национальностей». Конечно, у нас все любят фильмы, где вы играете с Чементамо и с Аленом Делоном, но меня интересует, не свяжет ли наш кинофестиваль с Древним Римом. Может быть, вы родственница Рикардо Мути, потомка аристократического Древнего Рима. Было бы очень приятно. So this is a question from the Nationality Union magazine. We're very happy to see you here, of course. We remember very well the films where you play along Adriano Celentano and Alain Delon. But my question is perhaps connected to the ancient Rome. Aren't you a relative of Riccardo Muti? No, because my real name is not Muti, so there is not relationship at all. Нет, конечно, да, потому что настоящая моя фамилия не Мути, поэтому родства здесь нет никакого. It's all right. Спасибо. У меня вопрос к Резахат Карими. Есть ли разница в ощущениях, когда ты представляешь свой фильм на фестивале, или когда ты судишь фильм на фестивале? So I have a question to Резахат Карими. Is there a difference? Does it feel different?